дорогие друзья и гости моего канала. Всем привет! Итак, Чучан Рамен был выполнен. Дядя Кенни тоже был выполнен. Теперь едем к последнему, по сути. Последнему это чай. Чай вроде как был зол на нас, потому что типа из-за него его украли, потом он извинился. Что-то, короче, непонятное отношение с ним. То он нас держит зло, то он не держит зло. Вроде нейтралка, а вроде и нет. Ну что, далеко до него ехать-то? Подожди. Чё-то так посмотреть, нам ехать и ехать. Йо, о чём пьё? Вообще в другой город, что ли, переехал? Вот. Что, на другой континент ехать? Ну ладно. Поедем. Ай-яй. Ничего, на хорошей тачке быстро доедем. Мяу. Давай. Газуй. Оу, тихо. А, надо медленно проехать некоторые места в Либерти-Сити. Плату заплатить медленно проехать. Да. Если проехать быстро, то будет одна звезда. Иногда это очень мешает, поэтому надо проезжать медленно. Чисто толкучка, народ, проезжаем. Не топимся, проезжаем. Оп. Я уже дымлюсь, ну ладно. Опа, сюда. Чё-то мы прям чёрным дымом. Чуть-чуть, и мы начнём гореть. Ну, дождик нас потушит. Чё-то он так далеко, сейчас как живёт, вообще жесть. Аж вдруг город переехал. Этот чай. Вот он. Сырая сделка. Хит. Тонги будут впечатлены, мне удалось договориться о встрече с трудными ребятами, которые враждовали с рядами долгие годы. Эти люди хотят мира, Хуан, я тот, кто собирается поспособствовать этому. Может, они всего лишь хотят мирно расчленить тебя? Хуан, дружище, тебе стоит расслабиться. Выпей как следует, успокойся, партнер. Хороший лидер всегда знает, когда нужно воспользоваться шансом и когда нужно прощать и забывать. А дебил понятия не имеет, когда говорит «нет». Именно, на чем я остановился. Короче, понятно. Надо сделать, что-то сделать. Опа. Так, мы не договаривались, что за херня тут. Опа. Они меня не узнали, что ли? Хуан, на нас напали, умник, держись рядом со мной. Ю, а как же товар? Да чел, нам бы жизни оставить. Че? Умный лидер знает, когда принять поражение. Валим отсюда. А, видимо, не валим. Защищайте Чани. Ёкарный. Бегалями ба-ба-ба. Ой, я немного горю. Я так немножко горю. Мне бы немножко отхилиться, а то я немножко помру. Блин, реально бы отхилиться. А то есть вообще хилка, я не знаю. А то что-то это стоим. Тихо, отстреливаемся. Не подходи, чел. Чай не очень смышленый, потому что прям под огонь стелится. Тихо, я жадный. Я пусть помру, но я заберу патроны. А ты не подстраивайся под атаки. Что ты делаешь? Ё-моё, там чел с этим... О, хп. Вкусно поел хп. О, калашики, хорошо. Я немного подпалюсь, но калашик я заберу. Ай-яй. Отходи, Чаня, отходи. Я немного горю, чуть подожди. Секунду. Я догорю. Все. Что делать-то? Все? С этой стороны покончено, погнали на ту, значит. Все, на ту сторону погнали. Посмотрите, что с Чанем. Неважно, что с Чанем. Он обалдел вообще. У нас тут самая перестрелка, а он это... Доставьте Чаня в клуб его отца. Понятно. Опа, нет. Хороший пекль дорогого стоит. Да не трать такая. Сузи пока стреляй. Блин, Чань, тебе вообще бы не отстреливаться, а пойти со мной уже и побежать. А тут ты хп тратишь безбожно. Полетели, все, бежим. Чем бежим, придурок. Да что с Чанем? Он не может идти быстрее.
что с ним? Блядь. Какой придурок, сука, ему надо со мной идти, а этот дебил просто стоит, блядь, и отстреливается. Он мудак, я не пойму, блядь. Не мудак, он придурок, он просто не может взять и пойти за мной. Беги уж чуть хотя бы впереди меня, чтобы все пули хотя бы меня летели, потому что я в бронике. Нет, что-то отстреливается. Не лидер, а хуидер, блядь. Горим в самом начале, хорошо. О, вообще умерли. Вот, блядь. Заново. С ума сойти, быстрее, кацаны, проматывай, быстрее, зажимаю. Оп, промотали. Какой дурак. Не лидер, а просто реально чмуха. Только чмухи себя так ведут. Опа, броник надо. Броник, конечно, нужен. Я просто вперед пойду. Я как понял, если слишком далеко отхожу от самого вот этого кента, то вылезает эта надпись, мол, что с чанем? Я пока помочку, а еще подождите. Опа, вот товар. Ничего себе. Побежали, гранаты. Еще две гранатки. Ой, хорошо, бомбанули. Так сам-то не подожги, слушай, ты это. Так, блин, надо бахнуть, чай мёртв. Где он успел? Эти, какой дурак. Я не могу, какой он дурак. Он где-то в спине плетется. А мне кажется, это и так и должно быть. Я не знаю, почему я должен спасать какого-то человека, если он не проходит естественный отбор, пусть помирает. На это существует природный естественный отбор. Он не смог, он помер. Все, это как бы это не хорошо, не плохо. Просто мир избавился от дебила. Он и так бы где-нибудь да помер. А ходить с ним и нянчиться по 1000 раз, надо ли оно вообще? Где ты, придурок? С кем ты там опять потлаешься? Где он? Темно-синий, да, вижу, темно-синий. Все, погнали. Побежали на тех. Я там не подпекусь случайно. Пекали. Ой, тихо, я за хилкой. Оп, за хилкой. Все, побежали, все, вот правильно делать. Правильно, бежим. Что за письмо? Под кого? Читаем прямо посреди битвы. Отчет торговли недели 1. Торговля за неделю. Денег потрачено 280. Галлюциногены, 3600 потрачено. Нормально. Письмо, чтобы отписаться от рассылки, прям отлять статус. Да нормально? Почему нет? Все, погнали. Где ты опять? Почему за тобой гонится, чел? Пойдем. Не толпись. Так, тачку бы нарулить, ребят. Нет, на бензоколонке мы не поедем на бензоколонке. Садись в бета. Прочная тачка, на ней доедем. Бам. А все. По сути, все, дай. Все, приехали. Да, конечно, гемора было, ё-моё. Я надеюсь, это конец. Эти козлы меня подставили. Просто не верится. Да ладно. Если Тонкий узнает об этом, я сам посмешище. Ну, должен стать, по сути, потому что дурак. Дебил. Это легавый. А, да, блин. Не с места. А почему у легавых это им по сверху? Хуан Ли, мистер самый младший. 3-9 года. Мы следили за тобой, малый. Уверен, ты поразвлекался как следует в нашем славном городе. Честно говоря, здесь уже не так весело, как раньше. Теперь пристрели или арестуй, только не надоедай. Ой, я бы с радостью пришел к тебе, мелкий утырок, но мне кажется, что пока ты не найдешь дядюшкин меч и убить младша, то умирать не захочешь. Все верно, Хуан, я в курсе насчет этой засады. Я серьезно заинтересован теми, кто это сделал. Я уже долгое время пытаюсь выйти на них. Не могу, будем тратить время, работать вместе. А, я типа еще буду с ним. Я типа буду в сговоре с полицейскими, блин. Щит. Как-то непрестижно, как-то, честно сказать, не очень хочется. Да и
Значит, вроде как этот, ну, типа, должен впоследствии стать этим последователем банды, а тут что-то я на копов работаю, что-то не очень прикольно, честно сказать. Но... Дорогие друзья, а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока.